зовут Виктория Корецкая. Работаю под псевдонимом Виктория Викториана. Я с Украины, живу в Италии. На конкурсе хочу предоставить свою работу «Янтарное дерево». Когда мы смотрим в камушек янтарь на солнце, там появляются мелкие пузыречки, которые исполняют наши желания. Загадайте желание, и оно обязательно исполнится. Холст, акрил, маркеры, стиль нейрографика, нейроарт.